Посетители некоторых торговых центров Ленинского округа могут принять участие в благотворительной акции, организованной фондом «Ратибор» совместно с «Молодой гвардией Единой России». Одна из точек сбора помощи для жителей Луганской республики и военнослужащих Луганской народной милиции расположилась в торговом центре «Курс». С начала специальной военной операции мы активно включились в помощь мирным жителям, а также нашим военным, отправили уже 4 гуманитарных конвоя на Донбасс. Сейчас готовим 5-й к отправку к 23 февраля. Подобные пункты открылись еще в нескольких торговых центрах Ленинского округа и Москвы. Волонтеры «Молодой гвардии Единой России» не только принимают благотворительную помощь, но и общаются с посетителями магазина, раздают листовки, тем более, что люди, узнавая цель акции, охотно идут на контакт. Большая часть берет листовки, некоторые интересуются, чем занимается наш фонд, что конкретно мы хотим отправить и куда конкретно все это пойдет. Естественно, что многие посетители курса не только общаются с волонтерами. Жительница города Видное Елена Борисова, направляясь в магазин за продуктами, естественно, не планировала принимать участие в каких-либо благотворительных акциях. Но увидев, что идет сбор продуктов и товаров первой необходимости, остаться в стороне не могла. Наши россияне, наши граждане, люди вообще-то живые, которые требуются помощь, требуются наши. Если мы не поможем, то это по-человечески должно быть. Это душа болит за тех людей, которые там страдают. Акция продлится до 15 февраля. Пункты сбора гуманитарной помощи расположены в Видном в торговых центрах «Курс» и «Ларец», в поселке Горки-Ленинский в торговом центре «Горки». Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.